Здравствуйте, с вами мой блог «Ничего святого» с Сергеем Поярковым. И тут художник, который может обидеть каждого. Просто срочная информация. Завтра в 11:30 утречком в Шевченковском районном суде города Киева будет рассматриваться вопрос о обранні мені запобіжного заходу. И так, будет много интересных, хороших людей, патриотов, ветеранов. И с удовольствием увижу завтра всех небайдужих. И, естественно, подписчиков своего влога. Отдельный ролик запишу отдельно дома еще. Все, друзья мои, до завтра. За нами не заржавеет, а ролик будет.